Бесснежные праздники и дождливая зима уже не удивляют жителей нашей страны. 2020-й белорусы встретили по-европейски. Столбик термометра не опустился ниже нуля, а январская вьюга звенела лишь в телевизорах. Такой показала себя и первая неделя Нового года. Под ногами вместо заветного снега мокрый асфальт, а температура и вовсе с плюсом. С такой зимой придется мириться как минимум до середины января, говорят синоптики. На завтра, по прогнозу, по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами осадки, дождь, мокрый снег, в отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +1, +5. На выходных столбик термометра опустится ниже нуля лишь ночью. Днем же температура воздуха составит от 4 до 7 градусов тепла. Ветер преимущественно западный, до 10 метров в секунду. Такой теплый январь в последний раз в Бобруйске был 13 лет назад. В 2007-м столбик термометра зафиксировал рекордные 9,9 градуса. Самый холодный же показатель в эти календарные дни был в 1987 году. Только представьте, -32. Однако для бобруйчан нет плохой погоды. 25-30 назад это были зимы. У бабушки, когда был, там почти заборов не было. Мы живем сейчас в секторе, у меня нет газового отопления, печки, котел, поэтому мне хорошо, тепло. Хотелось бы зимы, месяц январь. Конечно, хотелось бы снежку, и чтобы елочки по-другому смотрелись, и настроение было другое. Ну, так все нормально, что ж, Богом дано. К слову, сушить зонты долго не придется, зима все-таки возьмет свое. Минус ночью и легкая гололедица все активнее проявляют себя. Радует пока тот факт, что небесная канцелярия хотя бы в ближайшей перспективе не будет огорчать чрезмерными капризами. Долгосрочные же прогнозы пока еще готовятся синоптиками, и сказать, какой точно будет зима, пока никто не берется. Анастасия Шевцова, Максим Галенко, Бобруйск, 360.